привет! Всем привет! Мы делали свой детский уголок, и наконец-то мы его сделали. Поклеили вот так вот обойки в розовом цвете с мишками. Поставили такой турник, как я уже ранее показывала, когда мы ему его приобрели, крепыш называется. Такие качели, на которых детки катаются. И там замок стоит для игрушек. Конечно, я его испортила. Первоначально мы его поставили на улицу, оно от солнца выгорело. Ну что ж, пока постоит и такой. На пол положили ковролин, какой был там у нас. Правда, синего цвета не совпадает, но ничего страшного. Вот. Ну так вроде бы получилось симпатично. Вот. Дети, вам понравился ваш детская игровая? Да. А, Милан? Да. Понравится. Ну все, всем спасибо и всем пока! В общем, получилось уютно, хорошо.